Приветствую вас, и как будущий как коллега или уже настоящий как коллега, мне бы хотелось вас поддержать, сказать, что вы молодец, что решили работать в области психологии, и понимаю, что вы не знаете сейчас, куда направить свои силы, боитесь ошибиться и так далее. Знаете, действительно, психологическая наука очень большая. Не буду перечислять все теории, это очень много. Вот, можно ограничиться только тем, что существует общая психология, экспериментальная психология, психология познания и так далее. То есть психологии очень много. И сами по себе специальности психологов, они тоже различаются. Например, есть специалисты в области межличностных отношений, есть специалисты в области психологии личности, есть специалисты в области семейной терапии, есть специалисты еще где-то, есть гештальт-психологи и так далее. То есть вам нужно в первую очередь понять то место, где вы будете работать, кто там, какой там контингент людей, какие там проблемы, какие там будут перед вами стоять задачи. Вы знаете, вам работать с сентября, я думаю, что ничего плохого не будет в том, если вы сейчас туда садитесь, в этот дворец культуры, и попробуйте посмотреть там вообще на людей, какие проблемы этих людей интересуют, пообщаться с этими людьми. Просто можете даже не говорить им, что вы будущий психолог у них. Просто пообщайтесь с ними, посмотрите, какие это люди, кто они. И подумайте, с какой проблемой человек может прийти к вам. Я думаю, что неплохо вам посмотреть наш ресурс, посмотреть, какие проблемы волнуют людей больше всего. И вот исходя из этого уже и принимать решение. Принимать решение о чем? О том, какую область вы будете осваивать. Вот давайте хотя бы на примере нашего ресурса. Больше всего людей интересует отношения. Семейные, любовные, трудовые, там личностные и так далее. На втором месте идет развитие человека, то есть личностный рост. А в третьем месте идет там еще что-то и так далее. Но на первом месте однозначно отношения. Не менее важной является детская психология. Но детская психология, она, знаете, в общих чертах, она преподается во всех книгах и во всех курсах, потому что, ну, любая психология начинается у детей. И поэтому, если вы начнете изучать отношения, хоть какие-нибудь отношения, то, конечно же, я думаю, вы и про детей тоже что-то узнаете. Следующий важный момент. Вот, знаете, у Жана Пиаже, это психолог познания, есть такое разделение интеллекта на формальные операции, конкретные операции и операциональные действия. Так вот, последний, третий вариант – это наглядно-интуитивное действие, наглядно-интуитивное мышление. Когда человек еще не обладает какими-либо понятиями, когда человек просто оперирует практическими действиями и логикой. По сути дела, все. Дальше у человека появляются какие-то
причинно-следственные связи. И начинается конкретная операция. Конкретная операция – это значит решение конкретных практических задач. Без извлечения абстрактных, чистых понятий. Так вот, один важный момент. При подготовке психологов, как правило, людей учат не только практике, не только практическому взаимодействию, но и чисто формальному мышлению, научному, логическому, формальным операциям, скажем так. Так вот, формальные операции нужны людям, которые занимаются исследованием, а психологам, практикам, которые занимаются с людьми, хуже подходит конкретная операция. Потому что формальное мышление, формальная операция — это всегда операции, связанные с законами, с теорией. Это всегда попытка как-то подстроить определенные явления в психологии в какую-то теорию. Проблема в том, что человеческая личность человеку вообще всегда будет больше какой-то теории. И поэтому психологи-практики, как правило, и занимаются только конкретными операциями там, где человек свободен, где нет ограничений в виде формальных операций. Поэтому, если вам предстоит работать с людьми, и если вы планируете работать только с людьми, то вам нужно по Жану Пиаже хорошо развивать в себе наглядное интуитивное мышление и конкретные операции. То есть конкретно работать с каждым человеком, не стремясь придерживаться и втискивать его в какую-то психологическую теорию. Это первый, наверное, и единственный важный постулат, который требуется учитывать при работе с людьми. Пожалуй, даже больше вам скажу, что в теории формальные операции, они, знаете, мешают иногда увидеть человека в его неповторимом многообразии, в его индивидуальном свете. Так что не нужно замыливать свой глаз всеми возможными литературами. А лучше посвятите себя тому, чем вы будете заниматься конкретно. Что я вам уже описал. И, наконец, последнее. Знаете, у вас так получилось, что вы, имея диплом психолога, долгое время не работали в специальности. И сейчас вы как бы заново учитесь. Я понимаю, это страшно. Но хочу вам привести один пример. Даже не пример, а может быть такую притчу. На свете был Змеелов, который был защищен идеально от укусов змей. Змеи его не кусали вообще. И все спрашивали, ну что же этот человек? Он что, изучал все рекомендации? Он что, изучал все пособия по взаимодействию со змеями? Нет, он просто очень сильно их любил. Так вот, у вас, я как понял, вы не собираетесь проходить курс переподготовки на психолога. Вы собираетесь выходить на работу с теми знаниями, которые у вас сейчас есть. Так вот, вам для успешной работы лучше ориентироваться на то, чтобы любить людей. Чтобы к каждому из них относиться так, как будто он для вас дорогой человек. Чтобы в каждом из них, из ваших клиентов,
видеть уникальную личность, чтобы дать человеку понять, что он уникальная личность, чтобы человек после общения с вами осознал, что он не такой, как все, он особенный, он индивидуальный, он неповторимый. И вот человек за это будет вам благодарен бессмертно. Если вы любите людей, то вы можете компенсировать ту нехватку знаний, которая у вас есть, своим потенциалом, своей энергией, своим отношением, своим стремлением, желанием помочь человеку. И вот здесь самый важный момент. Помочь можно только тому, кто этого хочет сам. И если вы видите, что человек хочет, чтобы ему помогли, если вы видите, что человек заинтересован в том, чтобы вы ему помогли, то будьте уверены, если вы его внимательно выслушаете, если вы вникнете в его ситуацию, если вы постараетесь его понять и отойдете от оценочных суждений, от моральных суждений своих лично, будьте уверены, в этом случае вы ему поможете. Будьте уверены, в этом случае вы поможете взглянуть человеку на его ситуацию под другим углом. И это и будет решением его проблемы. И постарайтесь запомнить, что если человек не хочет, чтобы ему помогли, если человек отказывается от вашей помощи, если человек испытывает, проверяет вас, ждет, какую еще помощь вы ему предложите, если человек вступает с вами в спор, доказывая вам, что он прав, а не вы, заканчивайте с таким человеком работать. Ничего хорошего из этого не получится. Рано или поздно такой человек осознает, что он не прав, осознает, что у него проблемы, и он придет. И очень возможно, что он придет к вам. Но уже тогда потерянный, лишенный надежды, он будет ждать от вас реальной помощи, а не за счет вас самоутверждаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.